Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Омске признаны недействительными. Пятый апелляционный суд отклонил попытку региональной энергетической комиссии обжаловать приговор. Напомним, нарушение в расчетах обнаружила областная прокуратура. Выяснилось, специалисты РЭК использовали недостоверные данные о количестве проживающих, брали только ориентировочные сведения органов местного самоуправления. Процедура замеров накопления отходов для зимнего сезона также была нарушена. В июне Омский областной суд признал нормативы недействительными. РЭК попыталась обжаловать приговор, однако не удалось. Теперь специалистам предстоит сделать перерасчет, устранив нарушения.